60 тонн сосновых шишек планируют собрать лесные хозяйства севера Казахстанской области. Потом их перерабатывают и получают семена для выращивания сеянцев. За сбором хвойного урожая наблюдала Нургуль Ахметова. Вон на ветке шишки, вон они. Вот. Егор Фицак третий год уже работает в Куйбышевском лесничестве. В зимний период он и его коллеги-лесники выезжают в сосновый бор за шишками. Шишки собирать довольно тяжело, потому что они маленькие и располагаются штук по 10 вот на одной такой большой веточке. А нужно собрать 3 мешка на каждого лесника. Поэтому, чтобы собрать 3 мешка, придется обойти вот все посадки буквально. Чтобы получить 1 килограмм сосновых семян, оказывается, нужно собрать 100 килограммов шишек. А задача эта не из легких, тем более, по словам лесников, этот год и вовсе выдался неурожайным. Сосновые шишки на севере собирают в период устойчивых морозов, примерно с октября по март. Потом их отправляют на переработку, чтобы получить семена. Засыпается в барабан, там жарко. Потом вот эти шишки, они раскрываются. И оттуда высыпаются эти семена с крылышками. Они опадают, потом обескрыливают. Это долгий тоже процесс, чтобы получить вот столько семян. Каждая семянка... Это уже будет одно дерево. В этом году перед 12 лесхозами области была поставлена задача собрать 60 тонн сосновых шишек. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. В соответствии с посланием главы государства поручено увеличить количество высаживаемых деревьев на территории государственного лесного фонда. В связи с этим нами увеличены плановые показатели. И в текущем году мы собираемся провести посадочные работы на территории лесного фонда на площади 850 гектар и высадить 2,7 миллиона саженцев березы и сосны. Впереди у лесников работа по выращиванию сеянцев на лесопитомниках, которые потом пересадят на территории государственного лесного фонда. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24.